Драму о любви и стремлении к власти покажет Вологодский театр для детей и молодежи на открытии 44-го театрального сезона. На сцене предстанет пьеса Леси Украинки «Каменный властелин». Вологжане увидят взаимоотношения всемирно известных образов двух сильных личностей – Дон Жуана и его роковой возлюбленной Донны Анны. Моя героиня – это легенда, неотъемлемая часть Дон Жуаны. Это очень сильная личность, это очень сильная женщина. Мне эта героиня не близка. Я в жизни совершенно иной человек. Это завоевательница, это королева, понимаете? Это очень великий человек. Вот как есть Екатерина Великая, там Елизавета и так далее, императрицы. Если, допустим, в начале это какая-то девчонка, да, вот такая озорная, то в конце она становится... Она становится горой. Поэтому нужно было... Сложность была в чем? Просто дотянуть себя, вот просто хотя бы приблизиться на сколько-нибудь к этому персонажу. Противостоит главным героем командор, который является мужем Донны Анны. Его образ собрал в себе традиционные понятия семьи и общества. В отличие от Анны, которая вышла замуж в корыстных целях, командор любит свою жену и готов ради нее на все. Смерть мужа – еще один шаг к закалке характера Донны Анны. В любой семье возникают какие-то со временем недопонимания, недоговоры и недоговоренности, которые делают ситуацию конфликтной. Ну, а разрешится она или не разрешится, если у вас есть одна общая цель на двоих, тогда она может разрешиться, но может помешать какой-то случай, и сразу все пойдет не так. И тебя убьют. Пьеса «Каменный властелин» написана в 1912 году в преддверии Первой мировой войны. Она впитала в себя реакцию автора на напряженную политическую ситуацию в Европе тех лет и отразила в себе тему власти и свободы, к которой обращались многие классики. Борьба человека за свое достоинство, за право быть самим собой. Это всегда было во все века и во все времена, и в наше время не исключение. Борьба человека, который исповедует абсолютную свободу, абсолютную от всего, от власти, от морали. То есть он такой рыцарь свободы, как он о себе говорит. Но, в общем-то, он такой образ самого мощного эгоиста. Отказ от принципов – гибель. Собственно, вот об этом пьеса. А во все времена и в наше время тоже, в общем-то, отказ от принципов – это крах личности. Увидеть постановку Вологодского театра для детей и молодежи зрители смогут 18, 19 и 26 октября. Начало спектакля в 18 часов. Дарья Самодурова, Михаил Протасов, Вологда РФ.